Наш малой был парикмахерской. Сейчас я только жену на работу отвез. Сейчас мы вам покажем, какой у нас красавец стал. Ну, показывай, какой ты у нас красивый. Ух ты, как классно постригли. На. Как раз на его день рождения. Будет у него аншулинг, да? Красавец у нас. И что там парикмахерской получил? Показывай, что это такое оно. Вкусно? Зубная паста оно. Что, вкусно? Es kein Zahnpasta. Ну, выглядит как Zahnpasta. Wenn ihr sowas findet, macht das in diese Spitze, in der es noch heil ist. Да. Ну, давай, давай, показывай, что там. Yeah. Это еще бумажка осталась. Yes, yes, yeah. Ой, какая вкуснятина. А какое личико страшное. Ну. Все ужасно. Раз такой можно кушать. Ja, ein Apfelgeschmack. Ну, дави. Дашь папе попробовать? Ой-ой-ой. Вкусно. Показывай, что там такое. Там вот такая таскма. Это вот такой он становится. Не, это резиночка, но. Nein. Да? Das ist gerade ausgehärtet. Ну, не. Doch. Das ist ausgehärtet. Ein Schmetterling. Dir viel Spaß, ja? Все, ребенок пошел к санарцу, к зубному. Ja. Пускай посмотрят, что у него там. Во, видишь, у вас кукон. Ну, пойдем посмотрим, что там. Подожди. Пока ждем Мануэля, пока от зубного выйдет. Вот подошли к небольшому такому магазину. Мегайтсон у нас называется. На. Ребенок у него уже глаза всякие любят. Вот смотри, для аншулюнг. Первый класс. Смотри, что здесь продается, какие красивые. На. Ну, выбирай одну. Вот такой. Mm-hmm. А что такое? Давай посмотрим. Динозавр. Ты хочешь динозавра? Карса не хочешь? Mm-hmm. Вот смотри, карс есть. Mm-hmm. Да? На твой аншулинг. Вот он, карс, да? This is cars? Ну, потом его полно конфетами забиваем, закрываем и все. Ну, на следующей неделе с мамой приедем, возьмем, да? Что это такое? Комбайн. Комбайн и трека. Да. А вот с этой маленькие есть. Они уже все готовые. Просто берешь, покупаешь. Уже конфеты все вместе.
Ну ты тракторист, да? Тебе только трактор надо. Ну смотри, пираты. Пиратом не хочешь? Не? Ну хорошо. Тогда купим тебе трактор. Ну это для маленьких бибиков, я? Фидекляни биби. Ну, пока Мануэля ждем, ищем, что ему на Аншулюнг приобрести. На. Вот это главное, да? Вот это нам надо покупать. Это брикет, чтобы мясо жарить. По-русски будет уголь, я так думаю. На. Вот надо на его Аншулюнг купить будет. Посмотрим, что стоит. Что стоит одна пачка? 2,29 €. Но штука 3-4 нам надо будет точно брать. Че? Я, папа, кани харангин. Папе надо сначала маску одевать. Смотри, какая собака большая. Это хунт из гроз. Куп маль. Ребенка любимый магазин. Пойдем здесь посмотрим, что есть. Вот мы думали на его день рождения вот такие вот тарелки купить. Ну это для девочек, есть для мальчиков. С ними что удобно. Один раз покушал, выкинул и все. И уже никому не надо мучиться, мыть их. Давай посмотрим для мальчиков есть. Вот такие шариками тарелки на бумажные. Guck mal da. Hier. Die kriegen auch Armbänder, die Leute in der Nacht. Na. Guck mal. Hier. Эти ты имеешь в виду? Ja. Вот смотри, классные какие тарелки. Вот такие хочешь? Смотри, прикольные какие. А вот смотри, какие стаканчики, тоже классные. Вау! Всякие шарики. Ну вот, на твой день рождения. Ну, ты же уже садик у нас не ходишь, зачем тебе лотерни? Но... Да. Тебе для школы тебе надо. Вот тоже какие ангелы красивые. Смотрите, красота какая. Недорого стоит даже, на. Да? Ну, вас еще раз приедем с мамой сюда. Наберем тебе на твой день рождения. Тут у нас уже тетради идут. Там, я не знаю, для школы. Куда ты меня тащишь? Ну да, тут для нашего котика она. Вот это было бы ему интересно, походу. Ну да. Что там? Ну это для собачек. Вихабанда? У нас же нету собачек. Давай, ой, дальше поехали. Я
все искусственные. А выглядят как настоящие. Папа, как мы? Сейчас он фишмет оленя. Да? Если будешь бегать, можешь их поймать. Специально. Ух ты, раздвигается еще. Вот это как раз для тебя. На твой аншулюнг. Смотри. Ну, конечно, не такое. Но можно здесь выбрать. Выбор большой, но это для девочек. Папа, как мы? Ты со смехну. У вас на кухне просто смотри. Что там такое? О, простой карандаш точить. Да, видишь? Вот ломастеры всякие есть. А ты гамбурги какие прикольные. Ну. Я здесь их кайчу. Ну. Вот мы тебе на аншунг возьмем на один. Хватит тебе на. Будешь ходить такой с маленьким. Ты давай далеко не убегай. Что, прикольная штука? Ну, магазин хороший, надо. Для детей много чего есть. О! Смотри, они там разные цвета есть. Ну, можешь выбирать, какие хочешь. Всего 5 евро стоит. Ну, вытаскивай. Пистолет какой. Смотри, какой пистолет. Смотри, васа пистоли. Можешь потом водой стрелять. Тоже пару цветов на выбор. Есть поменьше. Не хочешь такое? Пицца звонит? А? Ну, наш ребенок вообще бы уже все купил бы, на. Что хотел бы, что не хотел бы, да? Ты, наверное, все купил бы, да, весь магазин, на. Ну, у тебя же есть. Мы же тебе покупали такое. Васистас. Ну, он тоже так же делает, как и твой. Не знаю, шарики какие-то. Вот. Вот это вот прикольно. Вау! Да. Вот что это вот прикольно. Засвисту габен. Ну хорошо, мы тебе на день рождения подарим. Все, давай. Выходим, да? Нам надо Мануэля уже забирать. Он уже, наверное, зубного врача вышел. Давай, показывай. Это все для девочек. Здесь ты ничего себе купить не можешь. Вот, смотри, что тебе надо. Вот трекер. Смотри. Нравится тебе такой? Я сам не буду. 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 Да? Смотри, какой классный. Только что он стоит что-то?
Прайс не стоит. Не стоит, что стоит. Надо сюда вместе с женой приехать, посмотреть. Первый класс ему вообще будет. Неплохо. Здесь что у нас? Вкуснятинки всякие, да? Где? Не знаю. Все, пойдем. Пойдем, там уже Мануэль, наверное, вышел. Он уже ждет нас. Прикольный, да? Gefällt dir? Außer sie wollen sowas sparen. Der sind aber nur eine wie diese, ja? Genau. Nur der einzige Unterschied ist, dass die weiß sind. Ja, guck mal. Ну все, ложи, давай, ложи, Мануэль уже, наверное, вышел. Все, выходим. Давай. Все, Мануэля заберем, поедем нашу маму забирать с работы. Что у нас, Мануэль еще не вышел? Нету еще Мануэля. Еще не вышел. Блин, в этой маске дышать просто невозможно. Она. Как зайдешь в магазин. Нам сейчас уже маму забирать, а наш Мануэль еще не вышел. Ну, надо подождать. Сейчас выйдет. Что ты сделаешь? Что не сделаешь? Надо ждать. Тут у Мануэля зубной врач. Ну, придется нам за мамой сначала ехать, потом за Мануэлем. Ну, давай, что там показываешь? Что там такое? Ой, какой злой. Ничего себе. Дверь, походу, еще с того времени. Что выбрала? Вот он это хочет с трактором. С трактором? Да, я же тебе говорил, он с трактором хочет. Ну, не, куда? С комбайном. Я бы мой гель этот не добавил. А что он стоит? Вот не знаю, потому что гель стоит 5 евро. Это может 5 евро даже. Пункт на это хотите. Ну хорошо. Завтра сюда приедем и купим тебе, да? Завтра я еще после этого работаю. Ну ты можешь после работы сюда заехать. Маша. Не хочешь сумку посмотреть? Мама. Нет, у меня маска сюда. Мануэля нету еще, но. Я надала вот, Может, туда зайти надо? Спросить, почему он так долго? А? Будем ждать? Ну, может быть. Вот наш бедный котик. На улице жара стоит. Спрятался у нас здесь. Ну, где ты там у нас такой красивый? А почему ты здесь такой лежишь красивый? Ну?
Здесь тебе не так жарко, да? Не так тебе здесь жарко, как там на балконе, да? На балконе вообще жарко, на. Ему здесь хорошо. Вон охлаждение ему идет. Моя зая постирала, вещи сюда сложила. И хорошо ему. Люд такой хороший идет, да? Дышать хорошо может. Да, хорошо тебе здесь, да. Воздух ему прохладный идет. Вот он у нас и загорает теперь здесь. Даже выходить никуда не хочет, но. Но обещает еще, может, еще дня 2-3 шара будет, и все на этом. Лето, походу, наверное, у нас закончилось. Но посмотрим, что там дальше будет. Потому что обещает обратно будет. Холодно. Так что нам надо радоваться немножко жаре. Я слышал, в России там вообще жара ужасная. Но у нас всего пару дней, и то уже все умирают, уже не могут. Лично я радуюсь. Я радуюсь, то, что так сильно жарко, то, что тепло. Мне не надо ни в какую Турцию лететь. Можно здесь хорошо отдохнуть, но при такой погоде. Пойдем посмотрим, что наш хамстер делает при такой погоде. Интересно. Живой он еще там? И Лепстунов, да, живой, все хорошо у него, но тоже ему жарко, бедному она. Наша Штефи, да, все, да, выходи, иди водички попей, да?